Дорогой зритель, вышла один часть третьего сезона Бриджертон, ее завершение на главном клифхенгере, возможно, самом большом, в этом сериале не было ранее целых двух частей. Сериал вернется в следующем месяце, история продолжится с того момента, на котором она закончилась. Я знаю, раздражает, что он не выходит сразу, но этот серединный перерыв является хорошим пропуском в истории, отмечающим два разных тона, которые он ищет. Один для стабильности, второй для беспорядка и угрозы. Так что давайте посмотрим трейлер следующей части, и я дам свои теории и предсказания о будущем. Давайте приступим. Вот «Бриджертон. Третий сезон. Часть 2». Все, что мы знаем. Просто чтобы вы знали, это видео содержит спойлеры. Разгадка Леди Уистлдаун. Одна из главных вещей, что было ясно понять вне трейлера ко второй части «Бриджертон», особенностью стало исследование личности Леди Уистлдаун в надежде раскрыть ее – в первом эпизоде третьего сезона Колин Клятвина обещал разрушить жизнь того, кто под псевдонимом Леди Уислдаун, но мало знает, что это та, которую он только что попросил выйти за него замуж. Похоже, Колин не будет вести расследование, но королева объявила награду в 5000 фунтов стерлингов тому, кто предоставит ей идентификатор или информацию, которая раскроет личность Леди Уислдаун. Это, вероятно, привлечет многих, и для Пенелопы станет сложно скрываться, включая Крисиду, которая уже настроена против Пенелопы из-за всего того, что случилось с лордом Деблином. Также из-за урезания финансирования отцом Крисиды у нее есть финансовый стимул, так что, возможно, она так-то узнает информацию. В трейлере мы видели, как Элоиза столкнулась с Пенелопой и сказала ей, что если она не расскажет Колину, что она леди-выселдаун, то она сама расскажет этого Колину. Это будет милосердно. Вряд ли Элоиза сможет жить, зная, что жена ее брата – это тот, кого он глубоко презирает, но не знает. И это, вероятно, приведет к еще большим разногласиям между подругами и новыми любовниками Пенелопой и Колином. Я уверена, что Пенелопа и Колин не переживут это. Псевдоним Пенелопы будет раскрыт, и это снова опустит ее в социальной иерархии. И, возможно, хуже всего, она наговорила много обид о многих людях, которых она знает. Когда правда выйдет, я думаю, для нее пути назад нет, так что ее падение неизбежно. Франческа и Лорд Килмартин – еще одна история любви, основное внимание на которую было в третьем сезоне. Франческа и Лорд Килмартин. Остановились, когда цветение вот-вот начнется, будто скоро увидим, как Франческа и лорд Килмартин станут ближе, ведь она хочет выйти за него, а не за лорда Самодани. Вся эта линия сюжета как будто создана, чтобы показать, что сердце может победить разум в романтике и поиске с кем быть. Было бы проще быть с лордом Самодани, это выбрала королева, плюс он, кажется, живет более увлекательной жизнью. Но Килл Мартин и Франческо узнают друг друга в тишине и чувствах связь, которую они имели друг с другом, а также то, что он делал романтический жест. И когда музыка была изменена в соответствии с размером, который ей нравился, это показывало, что уже есть глубоко укоренившееся чувство заботы от него к ней. И это чувство было чем-то, что был встречен взаимностью. Так что я чувствую, что мы увидим некоторое сопротивление со стороны королевы по этому поводу. Но я чувствую, что они оба могут быть счастливым концом в этом сезоне шоу, особенно если Пенелопа и Колин отношения заканчиваются трагически. Поэтому в фильме могут быть две любовные истории. А не, на этот раз, именно такой. Вайолет Бриджертон и Маркус. Это то, что, как мне кажется, пришло из ниоткуда. С появлением брата леди Денбери, Маркуса, мы увидели, что между ним и Вайолет Бриджертон есть некоторая химия. Вспоминая сериал о королеве Шарлотте, Вайолет открылась Агате, поделилась мыслями о новых знакомствах. Неизвестно, сможет ли она полюбить кого-то так же, как мужа, но она хочет компанию. В сериале показали, что отец Вайолет был с леди Денбери, оставаясь с матерью Вайолет. Вайолет это узнала в конце сериала. Интересно, не соблазнится ли Вайолет на родственника леди Денбери этот раз? Мы видели интерес Маркуса к ней в двух эпизодах, так что возможно. Леди Денбери не была рада видеть брата, но настроение изменилось, когда получено письмо от него. Возможно, было что-то в их прошлом, что влияло на отношения. Думаю, мы увидим развитие этой темы в следующей части. Усадьба Фезерингтонов. Это мы наблюдали в первой части сезона. Во второй части сезона это станет более заметным. Предстоит множество событий, где все идет не так. Порша Физерингтон может потерять поместье из-за поддельных документов. Документы гласят, что поместье останется в семье, если ее дочь родит. Несмотря на то, что следователь говорит, что правда всегда выходит наружу и намекает, что знал о подделке, он кажется готов простить ей. Ему будет проще передать имущество родственнику, чем искать нового. Пруденс и Филипп стараются забеременеть. Интересно, это ли действительность? Правда, кажется, может быть раскрыта в следующей части сезона, раз нет смысла упоминать об этом, если не будет последствий. Интересно, что же случится с семьей. Они могут оказаться в ужасном положении из-за всего, что происходит с Пенелопой и риска потерять поместье. Финальная часть истории, как мне кажется, будет во второй части сезона и сфокусирована на мистере и миссис Мондридж. Мы видели, как их вознесли в высшее общество, когда их сын стал новым бароном Кенским, что кардинально изменило их настроение к лучшему, главным образом относительно уровня жизни, социального положения и состояния. Но что насчет счастья? Вот это вопрос. Миссис Мондридж рада оставить предыдущую жизнь. Мистеру Мондриджу запрещено занимать баром. Человек его статуса не должен работать. Он явно не согласен и поскольку не уходит в отставку, чувствует тяжесть от отсутствия людей. Я думаю, что им придется найти баланс между старой и новой жизнью. Они хотят вписаться в общество, не быть изгоем и должны научиться просто двигаться вперед. У следующей части третьего сезона много возможных направлений. Мы уверены, что первая часть закладывала основы и все казалось хорошим. Но какова будет следующая часть? Речь пойдет о том, что эти основы будут разрушены. Все выглядит так, будто рухнет вокруг Пенелопы и ее семьи. Это будет захватывающим продолжением, и, как мне кажется, оно станет своего рода искуплением за первую часть, которая, кажется, была сильно критикована из-за быстрого темпа. Поэтому, возможно, последние четыре эпизода это исправят. Приготовьтесь к новой порции эпизодов. Вот и все. Бриджертоны сезон 3, часть 2, все, что мы знаем. Если хотите увидеть полный разбор третьего сезона Бриджертонов, часть 1, кликните на карточку в верхнем углу